Здорово всем, друзья, на связи Грим Оптимист, и сегодня мы с вами посмотрим на тест новой физики 2.0. Уже был один, где-то с полгода, наверное, назад, где вначале они сделали так, что Т-54 стал ездить как ИС-7, все дико начали вайнить, что СТ убиты как класс, после чего они все вернули более-менее, скажем так, в норму. И тест закрыли. То есть, ну, видимо, все, что надо, протестировали. И вот сейчас открылся второй тест. Нам обещают кучу всяких ништяков. Возможность переворота танка, дрифты, там все такое. В общем, мы с вами посмотрим. Я тут выбрал такую небольшую подборочку машин. То есть, это ЛТДБ, как такой быстрый, популярный светляк. 54-ка, как самый популярный средний танк. КВ-3 здесь вообще нафиг не нужен. ИС-7, как тяж, посмотреть, как на них это подействовало. Е-50, это как такая, утюг такой, да, очень-очень тяжелый, при этом быстрый. Тапок, опять же, чтобы посмотреть, как себя будет вести такой экстремально медленный тяж. Ну, хотя Тапок, конечно, не самый медленный танк. Ну, Мауса решил уж не брать. И Батчат просто как такой тоже быстрый танчик. Посмотрим, как оно. Вот, я боюсь, что в рандоме, конечно, будет очень много стрельбы. Ну, давайте попробуем. Я просто не хочу идти в трени, потому что это очень много времени и так далее. В общем, придется там делать нарезку, все там монтировать, и то все не получится. В общем, давайте попробуем просто в рандом уйти и посмотрим, что нам подготовит он. Вот, но я уже помню по тому еще тесту, что даже люди вон на арте играют. Вот скажите, вот кем надо быть, чтобы играть на арте на тесте физики новой? Я не знаю, ребят, вот честное слово, я сейчас не прикалываюсь. Я не знаю, то есть кем надо быть, вот, чтобы этим заниматься. Зачем? Что ты собрался тестировать там на артиллерии, господи. Ладно, проехали. Вот, будем надеяться, нас сейчас куда-нибудь закинет. Тем более, я почему еще... Тренировочные комнаты, они там почти все пустые. Тут проблемы, короче, были с установкой данного клиента. Я поставил его с, наверное, раза 10-го, потому что не хотел ничего устанавливаться. Выдавало ошибку распаковки, потом закачка на 85% останавливалась. В общем, короче, полный трэш. И в итоге я там перематерился весь там по-страшному. И даже бросил на какое-то время. Вот сейчас снова начал пробовать, и вроде как поставилось. Вот наша задача просто протестировать, как физика повлияет на именно передвижение танков. То есть, что будет ли ЛТшка более такой быстрой, или может быть наоборот более медленной. Как будет СТшка себя вести, может быть тяже прибавит динамики. Разработчики обещали то, что ЛТшки и СТшки, дескать, только выиграют от этой физики. Не знаю, посмотрим. Очень много ЛТшек, видите, ну СТшек, там немножко тяжей. ПТ на самом деле, кстати, надо было, да, они говорили, что на ПТ невозможно будет выполнить резкий разворот, поэтому давайте потом еще я, если не забуду, какую-нибудь возьму ПТ-шку быструю, типа Су-122-44 или Е-25. Е-25, наверное, лучше всего подойдет для этой цели, и будем пробовать. Я зашел с пресс-аккаунта, чтобы вся техника была, чтобы не пришлось там ничего сильно заморачиваться. Блин, 2 минуты, ребята, уже ждем. Ладно, я вырежу. Так, ну и что я могу сказать по первым ощущениям? Так. Танк чувствуется немножко по-другому. Скорость, в принципе, набирает бодро. Хавака нету. Кто-то, может быть, ждал. Так, теперь попробуем полицейский разворот. Не, не про канала что-то. Ну, я делал по инструкции, как написано. Хорошо, сейчас попробуем с... Ну вот, занесло. Но его и раньше как бы немножко заносило. Так, теперь попробуем с клавишей назад, как писали. Господи, народ там стреляется что-то. Ну да, то есть немножко заносит, но как-то я не знаю. Сложно сказать пока, ребята. Карта неподходящая, видите, еще. Ну, я не знаю, ребят, я, честно говоря, большой разницы не вижу. Вот серьезно, можем... Господи, они еще и стреляют друг друга, а? Не, ну ладно, я понимаю, в принципе, может кому-то интересно посмотреть, как будет именно... Это любопытно. Ага. Блин, у меня поменены местами эти Карнарва. Ну, я, ребят, вам честно скажу, я не чувствую большой разницы, вот серьезно. Я бы не сказал, что как-то прямо заносит жестко. Но поворот, наверное, можно теперь более крутой зайти. Вот единственное, что бросается в глаза.
На геймплее особо это никак не отражается. Сейчас скажут, опять сам ругаешься, что стреляют. Ну так если они будут стрелять, они меня убьют тогда, что? Что делать-то? И вот теперь, ребята, у танка есть пробуксовка теперь. Серьезно, вот то есть я сейчас, смотрите, вот я сейчас нажимаю вперед. Хочу остановиться, и он, видите, он так его вниз и заносит его. Да ну вас в пень, короче. Сами там. Видите, то есть я вот сейчас брусник нажал, он так вниз. Я сейчас на стуле просто вперед так наклонился, но вы, естественно, этого не видели. Так, давайте попробуем, я не знаю, перевернуться, что ли. Попробую сейчас перевернуться, пацаны. Опа! Перевернулся. Прикольно. Не пробьешь? Пробил! Негодник, а? Да. Теперь, короче, когда, ребята, нажимаете вперед, вот так вот, как раньше, вызвернуться, выстрелить и назад нельзя. То есть, он едет вперед, его вот так вот... перекидывает, знаете, как на мотоцикле, если резко затормозить на переднее колесо, как бы, да. То есть, мне кажется, то, что стэшки, вот, которые раньше разводили, так, хоп, высунулся, выстрелил, как вот 62-ка часто, ну, многие стэшки с хорошей стабилизацией, такое не прокатит. Ладно, не будем тянуть. Мы с вами перевернулись, реально можно перевернуться, правда, я встал на место. Окей, давайте теперь посмотрим, ну, я не вижу смысла еще раз катать ЛТДБ, в принципе, все понятно. Давайте попробуем теперь 54-ку. Вот даже ждать не пришлось. Топ! Лучшая карта войны для теста физики. Сейчас опять все стрелять начнут. В бою нет арты. Как нет арты? Я требую арту на тесте физики. Там я видел, там двое пытаются. Я хочу с ними попасть в бой. Чтобы написать им все, что я думаю про них. Так, я вот думаю, куда поехать. Чтобы где можно погонять-то? Погонять-то где можно? Ладно, поедем туда. Хотя, наверное, не лучшая идея, но хрен с ним. Хрен бы с ним. Одни ЛТшки, вот можно на 54 дамага-то настрелять, да? Так, вот 54-ка, да. Средний танк, быстрый. Как он себя ведет? Ну, сложно, я не вижу какой-то вот прямо серии большой такой, знаете, разницы, я не вижу. Давайте попробуем теперь резко развернуться вот на том повороте. По-моему, он медленнее стал чуть-чуть, или мне кажется. Опа! Ну, честно говоря, я бы быстрее так проехал, чем с ручником. Вот, ребят, убейте меня, но мне почему-то кажется, что 54-ка стала медленнее. Я просто давно на ней не играл, видите, в чем проблема еще. И могу просто забыть что-то. Ну, какая-то она, я не знаю, ну, быстрее она явно не стала. Так, вот давайте здесь погоняем. Так, прыжок. Ну, я не знаю, то есть как-то... Я вот разницы особо не чувствую, честное слово. По-моему, она стала более инертная, чуть такая, знаете, более тяжелая какая-то, и все. А так сказать особо ничего не могу. Давайте попробуем постреляться. Посмотрим, как это будет именно вот с резкого выезда, как будет работать тактика. Да уйди ты нахрен отсюда. Так, вот сейчас резко вперед. Оп! Но на самом деле... Так, у меня такое ощущение, динамическая камера, по-моему, отключена. Нет, включена. Да. Просто отдачи почему-то нет на выстрелах почти. Обычно, если динамическую камеру отключаешь, то отдача появляется.
Так, вот сейчас с горочки разгонимся. Давай. Уи. Ах ты негодяй, а. Ну, на самом деле, 54-ка ощущается немного более тяжелая, я вам серьезно говорю. То есть, что-то такое есть. С короткой остановки пробуем. То есть, я высовываюсь, смотрите. Так, я высовываюсь, я сказал. Блин. Хочется попробовать, как вот это сделать-то. Тебе вот надо именно... Братуха на 54-ке, тебе нужно именно сейчас вот высовываться, да? Вот, ребята, вот поверьте, нет, вот нельзя резко, смотрите, вперед, а потом резко назад, а потом вперед, видите, то есть он, танк, он застревает, как бы, на какой-то короткий промежуток времени, и не получится так, вперед-назад, то есть, как раньше. Как я и сказал, вот еще, когда на ЛТДБ, да? Не канает, то есть не проканает, ребят. То есть вот такие вот качельки, это ребята, усложняет очень сильно все. То есть будет сложнее играть в качельки теперь. Причем значительно сложнее. Не, в принципе, то, что стреляется, на самом деле это правильно, потому что нужно... Пробил меня, зараза, а. Надо посмотреть, как это на практике все. Но реально, вот у меня все колбасит. Динамическая камера вроде отключена, то есть включена, то есть я не знаю. Включи динамическую камеру, то есть все стоит. Черт кто знает. Ну да, видно, что она включена, то есть прицел уж так сильно не колбасит, но все равно чуть-чуть есть. Он фугасами что ли стреляет? Ты фугасами что ли стреляешь, а, братело? Короче, ребят, тут на СТ серьезно будет сложнее. То есть, видите, он его постоянно туда-сюда вот так вот колбасит. Я не знаю, ребят, я... Вот разработчики говорили, что на СТ станет проще, но я в этом не уверен. Вообще не уверен ни разу. Хорошо, так, давайте попробуем... Ну, да я даже не знаю, у меня такое ощущение, что натяжа это вообще никак. Давайте возьмем что-нибудь более такое массивное теперь. Попробуем. Да, ребята, я ждал этого в бою коричневый. На тесте физики, я тебя поздравляю с этим. Как мы могли без тебя обойтись, а? Так, ну, по Еписи еще могу сказать. Вот вообще не чувствую разницы, хоть убейте практически. Немножко более инертная, чуть-чуть. Совершенно незначительно. Но... Вот... Такое ощущение, что как-то она стала еще более утюжная какая-то. То есть она и до этого-то была такая, ну, очень такая, ну, вы поняли, короче, тяжеленькая. А сейчас она, такое ощущение, как-то тон 200 весит, вот реально. Специально я хотел посмотреть, как она будет забираться. Надо, хотел еще сильнее заехать, но передумал. Нет, я буду жить. Вот зараза, а, пробивает башню. Да. И сейчас арташлюпка начнет кидать. Да зря я сюда... Конечно, танковать на Еписи через башню, это, конечно, была плохая идея. Я хочу поездить, блин. А, пошли вы в пень, короче, я пошел гонять. Пока, неудачники. Ну, с горки, в принципе, быстро скорость набирает достаточно. Ну как в гору поднимается?
ничего такого прям страшного не вижу. Но такое ощущение, что все-таки стало помедленнее, смотрите, да? То есть как-то, ну, я не знаю, ребят. Вот такое ощущение, что все-таки что-то в динамике она потеряла чуть-чуть. Надо бы, конечно, вообще тесты провести, то есть посмотреть реально разницу, то есть замерить время, которое преодолевает танк, там, такую-то дистанцию. Да, я стреляю как идиот. Ладно, пойду затаранюсь, короче. Пуча-пуча-пуча-пуча, цып-цып-цып-цып. Не, зараза, успеет перезарядиться ведь. Негодяй. Да и хрен с ним. Что, страшно? Сейчас он перезарядится и меня накажет. У него еще секунд 30 где-то. Я его не догоню. Он быстрее, зараза, меня. Что-то я, ребят, стреляю вообще как полный идиот. Вот реально. Я не знаю почему, но у меня прицел колбасит. Блин, ну... Понимаете, в чем дело? Танк стал... во-первых, прицел колбасит. Я не знаю, у меня выключена динамическая камера, но почему... Да, не успел. Почему так сильно колбасит прицел? Точнее, включена динамическая камера. Почему так сильно его колбасит? Вот так вверх-вниз все время стрелять. Вообще, без автоприцела стало просто невозможно сходу. Вот серьезно говорю. Раньше я на СТ-шках часто стрелял сходу, и все было ок. Тут просто жопа. Так, ладно, хорошо. Давайте возьмем... Давайте возьмем тяж напоследок, да, так. Я не знаю, тапок, наверное, не буду вообще брать, смысла в этом, с этого особого не вижу. Посмотрим, как семерка. Огненная дуга, то, что надо. И еще одна артошлюпка. Да, детка, я ждал тебя. Е25, ребята, не забыть. Главное, Е25 надо проверить, потому что обещали, что ее так заносить не будет. Я на семерке просто в наглую поеду, тут сольюсь. Мне главное посмотреть, как она двигается. Так, вот тут более-менее ровная поверхность. А ничего, кстати, вот семерка нормально едет, смотрите. То есть 40, ну там, сейчас 40-овник она едет. Ну она и раньше, конечно, ездила, но нормальная динамика у этой. Вот колбасит, ребята, прицел, вот смотрите, его просто колбасит. Что-то не то, вот с прицелом, ребята, что-то не то. Я вам просто говорю, вот со всей ответственностью. Что-то не так с прицелом. Так, сейчас посмотрим, как. Блин, ты чё? Дурашка, я ж свой. Так, давайте попробуем сейчас сделать резкий разворот на семёре. Что-то, короче, ребят, с прицелом что-то не то. Вот я вам говорю абсолютно точно. Я сейчас на основном клиенте как раз играл без модов несколько дней. И не было там такого. Вот давайте, я 44, так. Оп. Я просто остановился, понятно. Хорошо. Ну, конечно, на тяжах, ребята, физика вообще никак не ощущается. Вот. Серьезно вам говорю, вот вообще, не сказали бы мне, что новая физика, я бы и не понял даже. Так, сейчас попробуем еще. Давай! 34. 35.
Да, ну, конечно. Ну, никак, то есть на натяже вообще не ощущается, что что-то новое, физика, не. Нету этого. Ладно, все. Уходим из боя. Нет смысла ждать. На тяжах не чувствую. Не чувствую. Ну и давайте сейчас, да, вот пока не забыл, я 25, и на этом, наверное, будем закругляться. Не вижу смысла дальше. Надо какие-то тесты проводить. Я напишу там нашим, может быть, кто-нибудь уже занялся этим. Чтобы двойную работу просто не делать, как бы зачем. Мало ли, вдруг кто-нибудь уже этим занимается. Ничего ставить не буду, никакие доп. Оборудования херни. Наша задача погонять. Сейчас, может, долго не закинуть, потому что я 7 уровень. В общем, ребята, не смог я на Е25 попасть в бой, там, с этими, с тренировочными комнатами. Я столько ждал, там, какие-то маты, что-то всех, короче, в лом мне с этим возиться. У меня уже ночь, надо спать скоро ложиться, поэтому я решил взять вот эту вот штуку. Она довольно быстрая, и, в принципе, для того, чтобы протестировать все эти развороты, нам этого хватит. Вполне, я думаю. Сейчас быстренько глянем просто как что и все. На этом будем заканчивать. В принципе, по итогам могу сказать, что физика неявная, то есть, но чувствуется в машинах какая-то инерция более жесткая, то есть, да, стала. То, что танки стали более такие какие-то неповоротливые. И вот этот вот момент с качельками вперед-назад, он стал очень явно ощущаться. И это будет мешать, ребята, играть в некоторых машинах. Так, ну вот я нормально разогнался сейчас. Сейчас направо попробую. Вот полтинник еду. Давайте. Опа! Да, действительно, ребята, не работает на ПТ. На ПТ, ребята, дрифт не работает. Вообще, ну вы сами видите. Давайте еще раз покажу, чтобы не было вопросов. Слышь ты! Коричневый. Чуть сучара ведь меня не ваншотнул только что. Давайте его... Не, я не буду его стрелять, потому что сейчас... Короче, не буду просто в видосе это, не надо делать. Но я бы его застрелил, если бы это не было в записи видео. Так, смотрите, гоним так, оба! Нету вообще никакого полицейского разворота, не работает, ребят. Просто не работает. Просто не работает. Короче, ребят, ну, действительно, разработчики не соврали, на ПТ-шках не работает данная фича. Это, видимо, сделано, я не помню там, как они это говорили, но суть в том, что... Не спрашивайте, куда улетел снаряд. Ладно, в общем, вы поняли, друзья. Физика новая есть, это чувствуется, но на тяжах, допустим, это вообще роли не будет играть. На СТ-шках быстрых, на ЛТ-шках, в плане как бы удобства езды проблем нету. Стали танки более инертными, и вот эта проблема, говорю, с качельками. Все, то есть пока так. Кто-то сделает, может быть, видос со сравнениями, будет хорошо. Если никто не сделает, может быть, я сделаю. Посмотрим, друзья. На этом все. Вам всем большое спасибо за внимание. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал. Всем до скорого. Всем пока.